Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Мир вам и Божие благословение. С праздником, вернее, с попразднеством Успения Пресвятой Богородицы. Я сегодня хочу спеть одно песнопение. Это стих из 17-й кафизмы, который поется на службе, которая называется «Погребение плащаницы Богородицы». Ну, это в народе так говорят, значит, в книге это так звучит. «Священное последование на святое представление Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, Пресвятой Девы Марии». Эта служба издана была в издательстве Московской Патриархии в 1998 году. Рекомендую вам познакомиться с этой книгой, потому что прекрасное издание, отредактированное, прекрасная печать церковнославянских текстов и обильное, достаточно большое нотное приложение из монастырских напевов. В основном это напевки Печерской лавры, потом тропарь, который я вчера пел Псково-Печерского монастыря, и одна стихира из обихода Валаамского монастыря. Спою я статью первую. Правда, в удобной для меня тональности, потому что я не совсем сегодня в хорошей вокальной форме. Еще и фортепиано расстроено. Следует еще два тропаря со стихами 17-й кафизмы. И так в каждом антифоне. А в заключении третьего антифона звучит такое песнопение. Видеть Царство Христово, Сына Девы Марии. Послушаем сегодня из песнопений нашего хора и даже посмотрим. Кандак, напевы Киево-Печерской лавры, который мы исполняли на концерте лекции в Третьяковской галерее 11 августа этого года. Всего вам доброго, до завтра, храни вас Господь.
Братья и сестры, приглашаю вас на предстоящие выступления нашего хора. Наши концерты проводятся в формате концерт-лекции, то есть перед каждым произведением я что-то говорю о музыке, о содержании произведения, об авторах и так далее. Дворец культуры «Чайка», ближайшее метро, станция Семеновская. Песнопение в честь прошедших праздников Рождества Пресвятой Богородицы, Воздвижение Креста Господня и русские народные и военные песни. В сентябре, когда мы отмечаем День города, вспоминаем и Бородинскую битву. И 27 ноября – это театр «Золотое кольцо», там, где было выступление у нас в мае. Тоже в преддверии Рождественского поста песнопение из литургии святого Иоанна Златоуста, накануне память которого празднуется рождественские песнопения и русские народные песни, которые вы еще пока нигде и никогда не слышали. Ссылочка по нашим концертам приводится внизу.